2000 тонн пластика переработали осужденные в 4-й колонии. Там наращивают объемы производства Тюменский завод полимерных изделий. Сейчас работает 6 линий, а начинали когда-то с 2. Продукцию знают даже в Москве. Так какую выгоду в этом видят сами арестанты, расскажет Евгения Зубцова. Тонкими нитями тянется пластик. Сделан он из вторичного сырья. Новую жизнь отходам дают в 4-й колонии. Осужденный Денис Парамонов здесь бригадир. Он получает задания, распределяет обязанности, работает, чтобы скорее освободиться. Заключенные идут на производство, многие из заключенных, но и я в том числе идем в расчете на то, чтобы пораньше освободиться, как бы за хорошим трудом, примерным поведением заработать. Перспективу на фонд срочного освобождения. А еще осужденные получают зарплату. Бригадиру последний раз перечислили 3000 рублей. Это с вычетами за его форму, питание в столовой, содержание в колонии. 35 человек трудятся в цехах. Рабочий день у каждого не дольше 8 часов. Позволило нам трудоустроить и осужденных. Также здесь трудоустроено порядка 14 человек исковиков, которые пришли к нам с исками по решению суда, что позволяет им получать заработную плату и, соответственно, оплачивать иски. Переработку вторичного сырья наладил Тюменский завод полимерных изделий. 7 лет назад было 2 линии, теперь 6. Каждый день поступают пластиковые отходы, в том числе от промышленных предприятий, например, Тобольского Сибура. При поддержке Сибура, администрации города Тобольска, мы установили в этом году зимой в городе Тобольске 50 баков для раздельного сбора пластика. Баки пока установлены у школ. Предприятия учат детей с ранних лет сортировать мусор. Переработка вторсырья – отрасль перспективная. Правда, сейчас лишь 10% отходов получают новую жизнь. Лет через 20 все должно измениться. Сложно поверить, но это те самые отходы пластика, которые еще совсем недавно лежали на свалке. И в этих мешках они уже как полуфабрикат. Их уже помыли, высушили, раздробили, и они готовы для дальнейшей переработки. Из отходов делают пленку, бахилы, мешки. У Тюменского завода 500 контрагентов. Поэтому нашу продукцию знают во всем Уральском округе и в Центральной России. Но в планах завоевать новые рынки. Евгения Зубцова, Сергей Жернаков, Тюменское время.